Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вас приветствует корпорация Тиандэ, которая сегодня в прямом эфире проведет розыгрыш ценных призов для участников акции «Устал от колеи? Взлетай!». Сегодня мы разыграем 24 ценных подарка. Среди них автомобиль «Мерседес» и однокомнатная квартира в городе Барнауле. Я чувствую, как многие вздохнули. Да, это очень хорошие подарки. Итак, запасайтесь терпением. Если нужно, возьмите успокоительные таблетки. Мы начинаем. Дорогие друзья, естественно, должна быть очень слаженная группа, которая будет проводить розыгрыш. И эти люди сегодня уже в студии. Меня зовут Михаил Герцович, и я с удовольствием хочу представить своих помощников. Ну, прежде всего, самый главный человек – это юная леди. Ее зовут Арина. Она будет своими нежными детскими ручками доставать выигрышные купоны вот из этого аквариума. Но это будет чуть позже. А сейчас я хочу с удовольствием представить вам нашу техническую комиссию. Это люди, которые будут проверять соответствие выигрышных купонов на соответствие правилам нашего розыгрыша. Итак, пожалуйста, Татьяна, если вы дома, можете поаплодировать, Денис и Анастасия. Я думаю, что мы с вами проведем слаженную работу, и все наши подарки дойдут по назначению до наших счастливых обладателей этих подарков. Ну что, вы видите перед нами вот эти стеклянные кубы, где находятся ваши купоны, купоны участников акции, которая, кстати, шла уже полгода. Я приглашаю Татьяну вскрыть эти кубы и купоны, все без исключения купоны, загрузить в наш аквариум. Ну, а Ариша, ты будешь помогать, хорошо? Хорошо. Ты волнуешься? Немного. Правильно, потому что ты же ребенок. Я взрослый дядя, тоже волнуюсь. Представлен в 32 странах. Корпорация продвигает на рынок продукцию лучших производителей России, Белоруссии, Китая и Италии. Продукция Тиандэ соответствует высоким международным стандартам качества ISO, GMP и HACCP. В ассортименте Тиандэ более 700 товаров для поддержания красоты и здоровья. Среди них косметика по уходу за кожей, декоративная косметика, средства гигиены, wellness-продукты и экологические товары для дома. Продукция изготавливается с использованием максимального количества натуральных компонентов. В ее основе лежат рецептуры традиционной китайской и тибетской медицины в синтезе с новейшими научными разработками косметологии. С 2013 года корпорация Тиандэ активно развивает линию экопродукции. Ее покупатель может выбрать вместо привычных средств бытовой химии. Эта продукция получила высокую оценку международного экологического движения Terra Viva и ее председателя, известного эколога и телеведущего Николая Дроздова. В 2014 году по результатам общественного аудита серия экопродукции Тиандэ признана глобальным экологическим брендом и удостоена золотого знака «100% экологичество». В рамках экологического проекта корпорация Тиандэ реализует проект по высадке хвойных деревьев. На сегодняшний день высажено 500 000 саженцев в России, из них 300 тысяч на Алтай. В районе игровой зоны «Сибирская монета», города Белокурихи, села Алтайского и в Чупинском Бару. Продукция Тиандэ отличается балансом цены и качества. Это делает ее интересной для широких слоев населения. Приобрести продукцию Тиандэ можно у официальных представителей, в офисах продаж, а также на сайте tiandae.ru. Тиандэ – международный бренд, который сегодня представлен в 32 странах. Корпорация продвигает на рынок продукцию лучших производителей России, Белоруссии, Китая и Италии. Продукция Тиандэ соответствует высоким международным стандартам качества ISO, GMP и HACCP. В ассортименте Тиандэ более 700 товаров для поддержания красоты и здоровья. Среди них косметика по уходу за кожей, декоративная косметика, средства гигиены, wellness-продукты и экологические товары для дома. Продукция изготавливается с использованием максимального количества натуральных компонентов. В ее основе лежат рецептуры традиционной китайской и тибетской медицины в синтезе с новейшими научными разработками косметологии.
С 2013 года корпорация Тиандэ активно развивает линию экопродукции. Ее покупатель может выбрать вместо привычных средств бытовой химии. Эта продукция получила высокую оценку международного экологического движения Terra Viva и ее председателя, известного эколога и телеведущего Николая Дроздова. В 2014 году по результатам общественного аудита серия экопродукции Тиандэ признана глобальным экологическим брендом и удостоена золотого знака «100% эко-качество». В рамках экологического проекта корпорация Тиандэ реализует проект по высадке хвойных деревьев. На сегодняшний день высажено 500 000 саженцев в России, из них 300 тысяч – на Алтае. В районе игровой зоны «Сибирская монета», города Белокурихи, села Алтайского и в Чупинском Бару. Продукция Тиандэ отличается балансом цены и качества. Это делает ее интересной для широких слоев населения. Приобрести продукцию Тиандэ можно у официальных представителей, в офисах продаж, а также на сайте tiandae.ru. Ну что, уважаемые телезрители, вы видите, это очень ответственный и тяжелый труд, который мы делаем с большим удовольствием. Остался еще один наш прозрачный куб. И мы перейдем непосредственно к розыгрышу. Татьяна, вы волнуетесь? Вы понимаете, сейчас судьба чья-то в наших руках. Арина, а ты когда-то что-нибудь выигрывала? Не знаю, не помню. Не помнишь? Перемешиваю сейчас. Все хорошо. Ну вот все. Предварительная процедура закончилась. Все кубы пусты. Татьяна, большое спасибо. Давай, теперь спокойно, двумя руками. Размешивайся. Снизу вверх, так вот. Снизу вверх, да. Ну что, уважаемые телезрители, все готовы? Значит, ты готова? Да. И мы говорили, что наша техническая комиссия будет проверять купоны на соответствие правилам розыгрыша. Для этого они, собственно говоря, здесь и находятся. Мы начинаем наш розыгрыш. Первый лот мы разыграем 3D-LED-телевизоры с диагональю 32 дюйма в количестве 3 штуки. Ну, давай, доставай первый купон. Итак, есть первый кандидат на приобретение этого телевизора — Гусева Ирина Валентиновна. Я передаю этот купон на проверку. Давай, потщательней. Давай, не смотри туда, чтобы никто не подумал, что мы тут выбираем какие-то купоны. Нам, честно говоря, все равно. Главное, чтобы кто-то стал победителем. Смотри, давай, доставай. Итак, следующий кандидат на получение телевизора — Проскурякова Татьяна Владимировна. Очень современные телевизоры, которых не просто приятно смотреть, но это большое удовольствие. И кто-то сегодня станет счастливым обладателем этих телевизоров. Давай. Итак, обладателем третьего телевизора становится Золотанин Алексей Сергеевич. Пожалуйста. Так, передохни немножко. У тебя дома есть 3D-телевизор? Нет. Простой телевизор? Да. Ну, и глазки будут лучше видеть. Так, наша экспертная комиссия проверяет на соответствие. Так, уважаемые. Все правильно? Три купона являются действительными согласно правилам проведения акции. Уважаемые телезрители, итак, наша комиссия подтверждает, что все три купона действительны, и фамилии этих людей я назвал. Вы стали обладателями 3D-телевизора с диагональю 32
дюйма. Мы продолжаем, и второй лот, это тоже 3D-телевизор, только уже с диагональю 42 дюйма, это больше, для того, кто не знает. Сейчас узнаем. Давай, мне подсказывают прямо с экрана, вижу, снизу, достань купончик самого-самого низу. О, давай. Женщинам сегодня везет. Шулимова Татьяна Ивановна. Пожалуйста. Доставай. Опять женщина. Филатова Евгения Александровна. Я чувствую просто, как зрители мне такой посыл дают. Ну, вытяни мою фамилию, пожалуйста. Ну, давай, пожалуйста. Все, все впереди, не волнуйтесь, так и будет. Только дай руку, пожалуйста. Пульс учащенный. Ты волнуешься? Нет. А ты когда-нибудь уже участвовала в розыгрыше? Нет. Нет, первый раз? Да. С премьерой. Все получится. Два купона являются действительными согласно правилам проведения акции. Дорогие друзья, и еще два победителя получают наши замечательные 3D-LED-телевизоры. Давай поаплодируем. Спасибо. Дорогие друзья, мы переходим к следующему лоту. Мы разыграем, как вы думаете, что? Мы разыграем 5 айфонов 4S. Ты пока начинай вытягивать купон. Айфон белого цвета, объем памяти 16 гигабайт, замечательный телефон. Итак, в этом третьем лоте мы разыграем 5 айфонов. Доставай. Обладатель первого айфона, ну, наконец-то, мужчина, повезло, Проскурин Александр Николаевич. Давай следующий. Следующий претендент на обладание айфона — Бурлакова Анастасия Васильевна. У тебя есть айфон? Нет. Ну, правильно. Я тоже без айфона. Доставай. Цуран Ирина Юрьевна. Я повторяю, что это только претенденты. Обладателями они станут только после того, как наша техническая комиссия подтвердит легитимность этих купонов. Давай. Четвертый претендент. Шрейдер Галина Викторовна. Итак, пятый айфон. Опять женщинам. Женщины самые активные, я так понимаю. Доронина Наталья Леонидовна. Так, ну что, счетная комиссия? Пожалуйста. Все 5 купонов являются действительными. Давайте поаплодируем. Давайте.
Итак, первые 5 счастливчиков, у которых теперь будет неплохой аппарат под названием iPhone 4S, он уже практически ваш. Мы переходим дальше. Мы разыгрываем следующий лот и разыграем также 5 штук айфонов, но уже 5S. Цвет такой серый, космос. Почему-то женщина больше везет, чем мужчина. Ну-ка, давай попробуем достать купон мужчины. Не получилось. Черных Яна Александровна. Пожалуйста. Давай. Ну, опять, наконец-то, мужчина. Фирсов Александр Константинович. А ты в каком классе учишься? В третьем. В третьем? Да. То есть начальная школа уже практически заканчивается? Еще один год, да? Да. Трудно учиться? Немножко. Ну вот, мужчины пошли. Балабанов Дмитрий Витальевич. А какой тебе предмет в школе больше нравится? Ты должен знать. Доставай. Литвиненко Лидия Владимировна. Ари, скажи, а ты уже косметикой пользуешься или нет? Нет. Ты такая красивая, я вижу, припомаженная. Губки так подведены. Это мама постаралась, да? Да. И прическа тоже здесь сделала? Да. Ты просто не красавица. Я тоже ничего, да? Давай, доставай. Скворцова Светлана Геннадьевна. Пожалуйста. Ну что, пока наша комиссия проверяет на полностью, я хочу прочитать информацию. Благодаря Тиандэ алтайскую продукцию знают и ценят в 32 странах мира, где открыты представительства корпорации Тиандэ. Тиандэ активно развивает линию фитопродукции, созданную на Алтае из экологически чистого растительного сырья. Это различные фиточаи, фитогели, фитомаски и фитованны, которые помогают нашему региону укреплять статус зеленой аптеки России. Вот так вот. И что у нас? Все купоны являются действительными согласно правилам проведения акции. Аплодисменты. Переходим к следующему лоту. И сейчас мы разыграем еще 5 айфонов, но уже 6-х. Пожалуйста. В золотом корпусе. Мечта поэта, как говорится. Устала уже? Нет. Давай, доставай. Итак, кандидатом на обладание 6-го айфона становится Суслякова Надежда Ивановна. Доставай. Красильникова Татьяна Яковлевна. Я просто не сразу читаю фамилию, потому что у всех разный почерк, нужно приспособиться. Некоторые буквы похожи на другие. Поэтому эти доли я тоже переживаю, волнуюсь. Правильно назову отчество, и судьба человека обрушится. Курлянд Галина Сергеевна. Да?
Давай. Устала? Нет. Молодец. Ткачева Наталья Алексеевна. Ну и еще один крайний, как говорится, айфон. Шарипо Надежда Владимировна. Давайте я помешаю. Возражаете? Не возражаешь? Не возражаю. Пока вы проверяете, я зачитаю еще информацию про корпорацию. Со дня своего основания корпорация Тиандэ занимается благотворительностью. На Алтае компания сотрудничает с Главным управлением образования и молодежной политики края, оказывая помощь малышам, оставшимся без попечения родителей. Искренние улыбки детей, которые обрели мам и пап, лучшая награда за проделанную работу. Пожалуйста. Все купоны являются действительными. Аплодисменты. Ну что, с айфонами и со всеми мы разобрались. И сейчас мы перейдем к следующему лоту. Из года в год все движется по кем-то заведенному порядку. Изо дня в день мы живем в повседневной колее и исполняем привычные роли. Ценный сотрудник. Прекрасная хозяйка. Заботливая мать. Но только я знаю, какая я и что мне нужно на самом деле. Мне нужна свобода и немного магии. Магии Тиандэ. Я стихия. Я свобода. Я совершенство. Так же, как и ты. Устал от колеи? Взлетай! Ну что, уважаемые телезрители, мы продолжаем розыгрыш ценных подарков от корпорации Тиандэ. И следующий лот, это очень замечательный лот. Перед тем, как я его назову, я хочу обратиться к нашим членам комиссии и Карине. Скажите, пожалуйста, вы любите путешествовать? Конечно. А где вы были последний раз? Белокурихи. Белокурихи. Денис? Тоже Белокурихи. Белокурихи. Татьяна? На Валтайске. Ну, куда-то выезжали? В Горном Алтае. Ариш, а ты куда-то выезжала? Нет. Нет, все в Барнауле, дома. Ну, у тебя все впереди. А вот к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что сейчас мы разыграем следующий лот, в котором находится, в котором ожидает два сертификата номиналом по 80 тысяч рублей на приобретение туристической путевки в жаркий Вьетнам. Хочешь во Вьетнам? Там очень интересно. Я там тоже не был, но мне рассказывали, что там очень хорошо. Вы готовы? Готова. Ты готова? Да. Давай.
Уважаемые телезрители, кто хочет во Вьетнам? Поднимайте руку, я же вас вижу. Но сделать ничего не могу. Только Ариша. Кто скажет, она смотрит, она не смотрит. Я закрываю глаза. Ребенок, доставай. Оп. Баутин Дмитрий Евгеньевич. Представляете, сейчас вытягиваем второй кубон, а там Баутина. Такого не может быть. Да и Баутину будет неинтересно, кто Баутина, если во Вьетнам ехать. Ну что? Давай, доставай. Как я и предполагал, это не Баутина. Эту женщину зовут Лидия. Отчество Владимировна, а фамилия Чухлова. Наша экспертная комиссия проверяет. А скажи, какой у тебя любимый предмет в школе? Рисование. Рисование? А ты занимаешься песнями, танцами? Нет. Нет? Любишь рисовать? Что ты больше любишь? Рисовать? Природу? Рисовать. Понятно. Ну что? Оба купона являются действительными согласно правилам проведения акции. Хорошего вам отдыха, как говорится. Ну что, с путевками мы разобрались. Перейдем сейчас к следующему блоку. T&D – международный бренд, который сегодня представлен в 32 странах. Корпорация продвигает на рынок продукцию лучших производителей России, Белоруссии, Китая и Италии. Продукция T&D соответствует высоким международным стандартам качества ISO, GMP и HACCP. В ассортименте T&D более 700 товаров для поддержания красоты и здоровья. Среди них – косметика по уходу за кожей, декоративная косметика, средства гигиены, wellness-продукты и экологические товары для дома. Ну что, дорогие друзья, сейчас наступает та самая долгожданная минута, ради которой многие телезрители, я в этом просто уверен, отложили все домашние дела, заняли свои любимые места на своих любимых диванах, прильнули к телевизорам, потому что сейчас мы приступим к розыгрышу автомобиля Mercedes. И перед тем, как Арина начнет доставать этот купон, очень короткая информация. Итак, дорогие друзья, сейчас мы разыграем автомобиль Mercedes с авторской и неповторимой аэрографией. Мировой бестселлер в автомобилестроении Mercedes C-класса. Эталон в премиум-сегменте среднего класса. Завораживающая красота, скорость и комфорт. Интеллектуальная облегченная конструкция. Фантастические аэродинамические свойства. Экономичный двигатель с функцией ЭКО старт-стоп. Снижающий уровень выбросов в атмосферу. Это просто сказка. Кто хочет автомобиль? Автомобиль хотят все. Я предлагаю усложнить задачу Арины. Сейчас мы так ее развернем, чтобы она вообще ничего не видела. Я ее ручку опускаю туда, в аквариум. Она и так туда. Это честная, порядочная девочка, которая радуется за всех обладателей наших подарков. Давай, давай, ищи больше, глубже. Мне подсказывают, давай глубже опусти руку. Очень приятно получить первый месяц нового года новенький автомобиль, о котором можно просто мечтать. Ну что, достаем купон? Я хочу сказать, что кандидатом на получение автомобиля Mercedes вновь становится женщина. Ее фамилия начинается на букву А, имя начинается на букву F, а отчество на букву Х. Я с удовольствием хочу зачитать фамилию, имя, отчество. Алиева
Фируза Халиловна. Я вроде бы не ошибся. Пожалуйста. Итак, счетная комиссия. Наша техническая группа проверяет. Вы представляете, допустим, человек не расписался в купоне, и все, купон не действителен. Ну что? Купон действителен. Мы искренне поздравляем обладателя автомобиля. Вот так вот, раз уж. Главное ездить с правами. Если вы не умеете ездить на машине, поучитесь на другой. Очень жалко будет, если это новый автомобиль сразу же в первую неделю превратится в старый. Так бывает очень часто. Продукция изготавливается с использованием максимального количества натуральных компонентов. В ее основе лежат рецептуры традиционной китайской и тибетской медицины в синтезе с новейшими научными разработками косметологии. С 2013 года корпорация Тиандэ активно развивает линию экопродукции. Ее покупатель может выбрать вместо привычных средств бытовой химии. Эта продукция получила высокую оценку международного экологического движения Terra Viva и ее председателя, известного эколога и телеведущего Николая Дроздова. В 2014 году по результатам общественного аудита серия экопродукции Тиандэ признана глобальным экологическим брендом и удостоена золотого знака «100% эко-качество». В рамках экологического проекта корпорация Тиандэ реализует проект по высадке хвойных деревьев. На сегодняшний день высажено 500 000 саженцев в России, из них 300 тысяч – на Алтай. В районе игровой зоны «Сибирская монета», города Белокурихи, села Алтайского и в Чупинском Бару. Что, дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире телекомпании «Катунь 24» розыгрыш ценных, очень щедрых подарков от корпорации Тиандэ. Перед тем, как я назову следующий лот, еще очень короткая информация. В рамках экологического проекта Тиандэ на Алтае посажены 300 тысяч деревьев. Когда они вырастут и смогут обеспечивать кислородом почти 1,5 миллиона человек, а это больше половины населения нашего края. Приобретая экопродукцию Тиандэ, вы делаете вклад в озеленение Алтайского края и всей планеты в целом. Ну что, дорогие друзья, мы переходим к восьмому лоту. И сейчас мы разыграем однокомнатную квартиру в городе Барнаул. Однокомнатная квартира площадью 25 квадратных метров в спальном районе города Барнаула. Уютная студия на 6-м этаже нового жилого комплекса. Современные технологии строительства, вентиляции, системы, учета и контроля, экономящие ваш бюджет. Современная инфраструктура района, в шаговой доступности школы и детские сады. Крутые торговые центры – это настоящая сказка. Однокомнатная квартира в нашем любимом городе Барнауле. И кто-то из вас станет ее счастливым обладателем. Ну, давай, детка. Я предлагаю продолжить. Давай, не смотри туда. Давай. Да. Давай снизу. Засунь руку туда поглубже. Поглубже, давай, слева. Не, давай лучше справа. Давай, может, сверху теперь достать? Нет, да лучше снизу. Вариантов очень много, а обладатель счастливой квартиры один. Ну что, не будем больше тянуть резиду. Доставай. Господа, товарищи, это мужчина. Весь розыгрыш нам больше везло женщинам, а здесь может повезти мужчине. У мужчины имя очень такое распространенное, его зовут Игорь. Фамилия у него начинается на букву У, а отчество на букву П.
Итак, дорогие друзья, им, этим счастливым обладателем может стать Утин Игорь Павлович. Пожалуйста. Ну, это может состояться только после того, как наша техническая комиссия подтвердит легитимность этого купона. Представляешь, мы сейчас какой-то счастливили с тобой. Допустим, человек жил в общежитии, и раз у него общежитие, квартира. Или раз у него была одна квартира, стало две квартиры. Ну что? Купон действителен. Наши аплодисменты. Ну, очень приятно, что все участники розыгрыша были настолько пунктуальны, настолько точны в заполнении купонов, что ни одного купона, который бы не соответствовал всем требованиям, их не получилось. Дорогие друзья, фамилии всех победителей вы увидите на своих экранах. Главные победители определены, но это еще не все. ТНД приготовил два дополнительных подарка, и сейчас мы разыграем их среди вас. Продукция ТНД отличается балансом цены и качества. Это делает ее интересной для широких слоев населения. Приобрести продукцию ТНД можно у официальных представителей, в офисах продаж, а также на сайте tnd.ru. Из года в год все движется по кем-то заведенному порядку. Изо дня в день мы живем в повседневной колее и исполняем привычные роли. Ценный сотрудник, прекрасная хозяйка, заботливая мать. Но только я знаю, какая я и что мне нужно на самом деле. Мне нужна свобода и немного магии. Магии ТНД. Я стихия. Я свобода. Я совершенство. Так же, как и ты. Устал от колеи? Взлетай. Ну что, дорогие друзья, мы вновь в студии телекомпании «Катунь-24», где мы завершаем розыгрыш ценных подарков от корпорации ТНД. И сейчас мы разыграем еще два приза, которые достанутся кому-то из вас. Вот эти подарки, они вот расположены на нашем рабочем столе. Наборы прекрасные, наборы косметики. Итак, пожалуйста, доставай. Это утешительные призы. Не стоит расстраиваться. Как говорится, не везет мне в счастье, повезет в любви, в жизни. Да? Вам улыбнется удача в следующий раз. Об этом я скажу чуть позже. Доставай. Да, компания ТНД очень добрая. И не забывай тех, кто даже не выиграл. А вот сейчас вот раз и такой сюрприз. Вот перед тем, как я назову фамилию, вот я хочу показать. Вот он! Вот, очень хороший набор с новогодней тематикой. Новый год еще не закончился. Вот, пожалуйста, посмотрите. Итак, обладателем этого подарка стала Ткаченко Анна Дмитриевна.
Пожалуйста. Доставай. И второй подарок может достаться обладателю купона. Доставай. Мигина Галина Петровна. И сразу все понял. Пожалуйста. Пока наша комиссия проверяет подлинность этих купонов, я хочу зачитать информацию, что вручение подарков состоится 23 января в 14:00 в банкетном зале «Облака Холл» по адресу проспект Красноармейский, 25, в торгово-развлекательном центре «Плаза». 23 января в 14:00 встречаемся для того, чтобы передать вам ваши уже подарки. Так, пожалуйста, комиссия. Оба купона признаны действительными. Мы поздравляем вас с этими подарками. Ну что, дорогие друзья, все подарки нашли своих счастливых обладателей. Мы благодарим всех, кто провел это время у своих телевизоров. Победителей мы видим на экранах своих телевизоров. Если вы пропустили саму процедуру розыгрыша, вы можете увидеть их сейчас на экранах своих телевизоров, либо на сайте Тиандэ, заходите, знакомьтесь с информацией. Ну, а мы еще раз благодарим вас за то, что вы провели это время в свой выходной день с корпорацией Тиандэ. И надеемся встретиться с вами в ближайшее время на следующем розыгрыше ценных подарков от корпорации Тиандэ. Большое спасибо за внимание и до встречи. Счетная комиссия очень оперативна. Ариша, можете посмотреть счетчик? Большое спасибо мне. Спасибо, хороших выходных и до новых встреч.